Понятно. То есть наш парень был каким-то знатным человеком, но походу из-за войны вся знатность ушла. И ему пришлось бежать снова в штыковую на врагов. О, слушай, я сильный. Дневник. Ага, новая инфа. Сразу после начала войны в армию Франции были добровольно зачислены 128 американцев. Почти все они на тот момент находились в Париже. Большинство добровольцев вступило в иностранный легион и сражалось в битве на Марне. Остальные стали летчиками, составив основу сформированной позже эскадрильи Лафайет. Из тех 128 американцев почти каждый пятый отдал свою жизнь за Францию. Среди них был известный поэт Алан Сигер. Подвиг этих людей привлек огромное внимание американских журналистов. Их публикации стали решающим фактором, повлиявшим на решение США вступить в войну 1917 года. Так, битва на Марне. Согласно плану Шлиффена, разработанному задолго до начала войны, Германия должна была быстро оккупировать Францию, вторгнувшись в нее с севера, через территорию Бельгии. После череды неудач в августе французские войска все же дали отпор германской военной машине в битве при Марне 6 сентября, предотвратив захват Парижа. Красавчики! В этом снаряжении франко-британским силам впервые удалось остановить натиск немцев и тем самым сорвать их основной стратегический план. Фронт после этого сместился к северу и с наступлением декабря стабилизировался. Началась позиционная война. Что тут у нас дальше? Пулеметы. Ну, пулеметы, понятно. Захват знамен. Боевое знамя имело огромную важность для каждого воинского подразделения. Неудивительно, что любой из таких флагов считался очень ценным трофеем. Оказавшись в безвыходном положении, бойцы старались сжечь или спрятать знамя до того, как попадут вместе с ним в руки к врагу. Когда война приобрела позиционный характер, знамена исчезли с поля боя. Их демонстрировали только во время различных военных церемоний, проводившихся вдалине от фронта. Хорошо, но у нас нет времени читать всякие факты, нам нужно воевать! Так, значит, сначала соберем вот эту монетку. Не знаю, на кой она мне? Хорошо. Так, мне тех надо? Не, похож на своего. Тогда мне, наверное, надо как-то вот так вот закинуть. На всякий случай закусим еще одной бобочкой. Да. Все отлично. Как вы видите, игра нечто между квестом и Walking Dead, я не знаю, мне она конкретно Walking Dead напоминает. Именно игру. Там особо ты ничего не делаешь, просто выбираешь свои действия. Хотя тут пока никаких выборов. Ой-ой-ой, первый труп. Первых выборов не было. Тут пока что мы просто действуем. Просто действуем. ТНТ взорвать. Так, окей. Я подпрыгнуть могу? Подпрыгивай! Ядрен батон! Он же сейчас снова заряжать по мне начнет. Так, может быть, мне вниз надо закинуть? Нет, не вниз. А, может быть, наверх? Опа-на. Не докинул. Чуть поближе. Не, мне кажется, еще чуть поближе. Ой-ой-ой, опасно. Хорошо. Он, походу, достреливает где-то до вот этого парня. Хорошо. Вот, у нас готова лестница. До сюда я уже не допроходил, ребят. Я вот до момента, вот до сюда я проходил. Дальше я не проходил. Что это такое? Кирпич? Кирпичом могу по нему зарядить? Лови кирпичом, гад! А, это сиф. Так, надо сейчас по нему сверху заехать. Блин! Не привык, нужно нажимать пробел. Да. Так, понятно. Это не бомба, это взрывчатка. Парень потерялся. Здесь попробуем туда. По нулям. А вот он пошел сюда. Я понял. Это именно кирпичи, да. Это именно кирпичи, и моя задача вот какая. Мне его надо отвлечь. Быстренько спуститься под шумок. Давай. Давай, мой чернокожий америкашка, прыгай. Красавчик. И взорвать все это кидрень фене. Дамит, не знаю, нужен, нет, но пригодится. Поехали. Ага, нету тут. Сейчас будет. Так. Я ж подрывник лучший в нашем отделении. Дальше не пройти.
Слушай, а как я отсюда свинчу? Я ж вместе со всем этим на воздух полечу. Ну ладно, посмотрим, что будет. Что, да? Почуяли, почуяли опасность. Фрицы. Ох, как хорошо. Мост уничтожен. Ребята спасены. Молодец, американец. Отличная работа. Наверх могу? Наверх могу. А мне нужно? Мне нужно. Опа, там уже новые бомбы появились. Так, куда мне это кидать? Сюда? Взрывоопасно, говорят. Там написано на нем. Бум. Угу. Тонкая работа. Очень тонкая, должен сказать. Так, тут какая-то штука лежит. Что это такое? Дуделка. Зачем мне дуделка? Неважно. Так, еще кирпич. Еще кирпич. Тогда попробую кирпич закинуть сюда. Да, все правильно. Бомбу я на всякий случай возьму с собой. Мне кажется, бомба все же пополезнее кирпича будет. Лично мое имхо. Ага, пулеметная очередь. Здесь. Ой, как хорошо я соскочил-то, а! Ой-ёшки-ё-ёй! Так. Фриц, не торопись. Так, все, переждем. Пусть пулемет на очередь прилетит. Ай-яй-яй, прям слышу. Погнали. Давай, шевелись. Хорош. Это мне надо куда-то наверх, да, наверное, закидывать. Сейчас я пробью там проходик. И смогу... Да, и смогу теперь ему подарочек. Закуси гостинчик. Гад. Ой, как хорошо. Лучший из лучших. А где немец? Но снова пулеметная очередь? Так, это мы вскрываем, это я помню. Оба-на, капитан, бухаем, значит, да? Вот вали отсюда. Вали по-добру, по-здорову. Фига себе. У них такая штука есть. Пригнись. Ага, нормально. Вроде бы нормально, успеем. Отлично. Ё-моё, что происходит? Так, теперь мне нужен кирпич, на самом деле. Ай-яй-яй. Ща бомбанёт. О, нет, нормально. Так, мне нужен кирпич. Без кирпича никуда. Мне нужно как-то отвлечь этого парня. Если я туда просто вылезу, он мне в тыкву надает. Я ж правильно понимаю? Запрыгнуть я никуда здесь не могу. Кирпич я потратил. Но остается просто лезть. Но мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет. Бей! Ой-ой-ой, не успел. Надо было, наверное, направо бежать. Надо было, наверное, направо. Давай попробуем еще раз. Оп. Вроде до этого момента все шло хорошо. Граната меня не взрывает. Сейчас попробуем его нахрапом. Но! А, понятно. Нахрапом его не выйдет. Значит, сразу направо. Там деревяшки. Деревяшки ломаем плечом. И убегаем. Убегаем на своих двоих. Быстро, как можем. Я надеюсь, выйдет план. План, конечно, чрезвычайно... Непригляден, но вариантов у нас нет. Почему ты не взял второй кирпич? Надо было повесить на пояс еще один кирпич. Жаль, не подумал. Ну, откуда я знал, правильно? Бежим. Да, что ж такое? Я неправильно что-то делаю? Может, я могу как-то еще открыть? Нет, не могу никак открыть. Так, вот она открывается. Давай! Ни туда. А что, если мне нужно открыть? Нет, не, явно не то. Не, ну а что мне тут надо было делать бы, если бы у меня не было сейчас гранаты? Это ж, я думаю, должно быть продумано. Вот что мне сейчас сделать? Вот у меня ничего нет. Открыть? Нет. Не так. Точно! Точно, блин! Как я об этом не подумал. Ну, я знал. Я знал, что должен быть вариант. Что должен быть вариант, если я выкину бомбу, то... Что
Что, спустишься? Спустись. Да спустись. Давай, все нормально будет. Так, понятно, спускаться он не намерен. Я умею кидать? Нет, я не умею кидать так. Сейчас надо, значит, закинуть. Черт, я не умею так. А если я вот так вот сделаю? Вот я прям здесь пробегаю. Нет, ему по боку. Окейушки. Знаю, 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 знаю. Сейчас отсюда мы разобьем. Он подумает. Ой, а что это там? Я не понимаю такое. Что это там такое шумит? Бутылки бьет, а? Непорядок, надо пойти посмотреть. Это вот как он сейчас себе подумает. Так. Опа. Ой, что такое? Непонятно, непонятно. Что за носки? Помидоры. На какой хрен мне помидоры? Ладно, неважно. Вскрываем. Тук-тук. Ага, я понял. Сейчас, значит, мы вырубим одного из них. На тебе! Получай! За пулеметной очередью больше не посидишь, ублюдок. Теперь надо и этого также вырубить. И я знаю как. Попробуем. Своих надо спасать. Иначе наши полягут снова, кучами полягут на этой пулеметной очереди. Стоит отойти, как вот этот ублюдок встанет на пулеметную очередь и начнет вырезать наших. Я такого не потерплю. Так, теперь вопрос номер два. Как мне отсюда уйти? Ведь если я... А, нет! Отлично. Все сработано четенько. Четенько. Так, собрал новых вещей. Соскочить отсюда я не могу. А что же это должен? Как я должен поступить на этот раз? Враги убиты. Все отлично. А, может быть, теперь я должен выйти и сказать: парни, встречайте своего героя. Нет. Не так. Да. Тогда, наверное, как-нибудь просто перепрыгнуть здесь. Не, он что-то там делает, но не перепрыгивает. Тогда снова наверх. Значит, нам туда и надо. Флаг. Может быть, флаг убрать? Типа, все, ребята, все, да. Не будет здесь больше немецкого флага, это наша территория. Но... Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности. Да, он выжил! Он выжил! Находился, да, я знал! Эмиль. Так. А наш Карл, он... Хочу пожрать домашнюю свою сосисочку! А как насчет тебе ложкой по башке, не? Не хочешь? Ладно, пока не палимся. Пёська, это ж та пёська, которая и рассказывает всю эту историю в трейлере. Дай попить, пёськи. Пёськи попить не вопрос. Тебе, мудак, я не дам, а пёське можно. Пёська хорошая. Так, теперь мне, походу, надо еды, да, достать. Для еды мне надо будет поджарить. Для поджарить мне надо будет включить. Для включить нужно будет рычаг. Нет. Для включить нужно будет... Ой-ой-ой, подожди. Палево. Ага, сынок, здорово. Рад тебя видеть, братан. Точнее, братан, сынок. Как там мать? Вот, письмо от нее. Дорогой папа, мы живем в атмосфере неизвестности. Немцы используют жителей Сен-Миэля для защиты от французских бомб. Обалдеть. Надеюсь, в плену добры к тебе. Ну, конечно. Зажила. Кормят сосисочками, отлично относятся. Он тебя целует. Шлю тебе его фото. Люблю. И очень жду ответа. Ничего. Освободим. Ты, главное, сынок, не пались. Главное, не пались.
Не парись, батя все разрулит, батя все спасет. Ты главное не попадай впросак.